Всем, ребят, привет! Сегодня у меня очередной выход. А выход вы уже, наверное, поняли по гидрокостюму, что у меня сегодня пляж. А погода уже прохладная, холодно. И в целях того, чтобы побольше находиться в воде, одел на себя вот такую одежку. Так что посмотрим, будем чистить сегодня пляж. Пляж, в принципе, около дома. Такой, знаете, не особо хоженый, не особо здесь много отдыхающих, но все же здесь имеются. И очень много пьют, очень много пьяных купается. В общем, сегодня из находок будут, наверное, монетки, пробки, язычки пивные, в общем, все-все-все. Почистим немножко, облагородим свой пляж рядом с домом. Так что все, вступление есть, значит, видос есть. Чистим пляж от мусора. Итак, ребят, все, я на пляже. В общем, думаю сегодня глубоко не заходить в воду, буквально по пояс. Буду сегодня испытывать, как вы видели в прошлых выпусках, вот такой вот скук. Вот, так что я думаю, он сегодня покажет, на что он способен. Так что по песочку, наверное, ходить не будем, сразу зайдем в воду, по пояс, по колено максимум. Вот, буду сегодня ходить с Аськой. Вот. Так что вы еще спрашивали, как у меня прибор стал водонепроницаемый. Давайте отложим на следующие выпуски. Так что, потому что у меня нет наушников, вот, чтобы вам показать свой водонепроницаемый прибор. Thank you.
классно, классно убираем здесь мусор. Вот такой вот мусор. Приятно. Продолжаем. Итак, ребят, прогулялся я вот по этой вот кромочке где-то по пояс. Вглубь я дальше не лезу, потому что ездить здесь катера и волны высокие. Дабы, чтобы не намочить сам блок управления, я не рискую и решил вот по бережку пройти. И вот здесь вот был сигнальчик, из этой ямки выкопал вот такой вот очередной серебряный крест. Смотрите, он какой темный. Видно, давно здесь уже лежит и дожидался меня. На звене имеется проба. Вот такой вот крест. Сейчас я немножко его песочки почищу, и он должен быть сразу цвет поменяться. Да, видите, Иисус сразу приобрел свой первозданный блеск. Достали мы, спасли, так как на кресте написано «спаси и сохрани». Мы его спасли и сохранили. Вот такой вот зачетный крестик у нас выпал. Приятно, приятно. Продолжаем чистить пляж. Итак, ребята, вот у нас и цепочка. Цепочка у нас оборвана. Ну, проглядывается на звеньях проба. Вот проба у нас. Так что серебро. Очередное серебро. С золотом сегодня никак пока не прят. Итак, ребята, только что из воды несколько штук поднял вот таких вот хреновин. Вот такая вот еще одна была. Где-то вот здесь вот у меня в сумочке. Вот много чего я не снимаю, в основном один мусор. И вот такие вот находки. Прикольно, прикольно. Здесь, наверное, танец живота был. Ладно, продолжаем. Итак, ребят, сигнал. Хороший дом. И решил вам показать. Я видел там кое-что. И вон, смотрите, что. Неужели золото? Сейчас мы с вами посмотрим, что у нас тут. Так, золота не может быть. Больно много. Да, это бижутерия. Прикиньте, вот такая вот заколка. С открытым запросто ногу можно проколоть. Я
Сейчас даже вынимал, уколол палец. А здесь дети телепаются. Уважаемые дамочки, красавицы вы наши, не носите вы на пляж вот такие вот вещи. Не носите. Я понимаю, вы хотите быть красивыми, но не настолько. Ладно, продолжаем. Итак, ребята, вытащил сейчас я из глубины сигнал. Там ил. И я видел, когда подымал, какой-то там блеск был. Так, пусто. О, смотрите, вот он. На нем налет такой, не черный, а вот именно с краснотой. Это тоже серебро. Так что классно сегодня коп получился. Хорошо почистили. Здесь вот пляж хороший. И скуп. Так, мне осталось еще потерять. Пляж хороший, ребята, тем, что песочек, но всего-навсего вот на такое расстояние, сантиметров, наверное, 10, и у нас вот то ли глина, то ли ил. Короче, хреново. Любым скупом, даже пластмассовым, даже железным, но вот такой вот скуп очень хорошо себя зарекомендовал, именно работать в воде по пояс. Не больше, не больше. Вода у нас пришла. Вот, так что, наверное, буду закругляться. Все находки сегодня были именно с по колено, с по пояс. Глубже у меня не получалось зайти. Сами понимаете, почему. Так что вот так. Так, что-то здесь вот я даже вот сижу и ковыряю там камень, что ли. Ладно, хрен с ним. Так что вот так вот, ребята, буду, наверное, закругляться. Очень красивый пейзаж. Сидим мы в воде, вот в таком гидрокостюме. Нам тепло, все разбежались с пляжах, уже прохладно. Так что классно, классно. Ну а сейчас до машины и обзор всего того, чего я поднял. А поднял я достаточно. Ну а по находкам, ребят, получилось вот так вот. Все это было извлечено из воды. Ничего я практически с пляжа самого не искал. Представляете, вот такая куча мусора. Здесь есть пробки просто-напросто вековые, съеденные. Вот. Ну, очень много острых предметов. Грубо говоря, я сделал пользу, убрал все острые предметы, которые я сегодня нашел. Вот. Много проволоки. Затем были детские игрушки. Вот такая вот, я не знаю, Феррари, не, Ламборджини, наверное. Морячок. Здесь у нас монетки. Тоже были подняты из воды. Есть радует то, что советики. Были копеечные монетки. И скуп меня не подвел. Правильно я подрасчитал, что сделал сверлышко именно чуть меньше размером копеечки. И они вот попадались. Ну и самое, что ценное у нас было, вот такие вот вещи. Колечко. Ну это, наверное, бижутерия, потому что проб я на ней не вижу. Так что обычное зарядное кольцо с камушками. Затем вот такая тоже заколка. Блин, играла в воде прям здорово. Я думал, прям золото. Но, к сожалению, увы, это тоже бижутерия. Затем вот такие вот вещи. Не знаю, специалисты, ответьте. Возможно, кто-то, наверное, устраивал джага-джага на пляже. Танец живота. Вот такие вот побрякушечки. Вот. И серебро у нас сегодня, в принципе, нормально. Три серебряных креста. Все среднего размера. Вот. Приятные довольно-таки находочки. Очень приятные. Вот это вообще был черный. Я так понимаю, что, наверное, они были в связке вот с этой цепочкой. Потому что они были практически в одном метре. Вот так вот. Крестик детский. Спаси и сохрани. И вот такой вот. Ну и приятно, что более-менее по весу. Это такая вот мужская цепочка, браслет.
Как-то вот так вот у нас сегодня получилось. Хорошо почистили пляж. А вы как думаете? Так что видеоролик назову «Чистим пляж». Итак, ребята, на сегодня я закончу свой коп. Солнышко уже садится, и нам уже пора. Почистили мы сегодня немножко пляж, вода немного пришла. В общем, смысла сейчас по воде...